Как отличить фейк от правды? Первое. Прежде чем принять за истину какую-либо информацию, полученную в интернете, необходимо проверить ее еще как минимум в двух независимых друг от друга источниках. Второе. Сопоставьте полученную информацию с уже известной по этой теме. В поисках какого-либо материала не стоит полагаться на первые попавшиеся источники. Третье. Проверьте достоверность и актуальность полученной информации в официальных источниках. Если того требует необходимость, можно удостовериться, проконсультировавшись с уполномоченными службами и экспертами в данной области. Четвертое. Запросите у источника информации дополнительные детали, подтверждающие истинность основного сообщения. Если на сайте нет контактов автора или же он вообще не указан, то, скорее всего, такая информация является перепечаткой. Соответственно, она могла утратить свою точность и истинный смысл.